А в Анадыре губернатор Владислав Кузнецов передал воинские награды семье геройски погибшего защитника Родины Павла Никитченко. Вдове Ольге Викторовне и сыну Владимиру была передана медаль участнику специальной военной операции, а также удостоверение к медалям за отвагу и за боевые отличия. Эти награды являются символом мужества и героизма, проявленными военнослужащими во время выполнения боевой задачи. Павел Васильевич Никитченко большую часть жизни прожил на Чукотке, в окружной столице, работал в окружном управлении МВД. В декабре 2022 года принял решение встать на защиту Донбасса и жителей Новороссии.